или для кого-либо делать что-либо хорошее. Какие есть элементы, которые могут помочь человеку накопить и увеличить любовь по отношению к себе? Самый важный компонент — это настраивание себя на то, что вы можете прожить как добрый человек. Настройте себя, что вы сегодня, миллион людей живут обычной жизнью. У миллионов людей есть претензии, критика, ненависть. У миллиона людей есть ненависть, критика, претензия, злость. Но у единиц есть доброта. Только у единиц. Вот эти единицы — это люди, которые служат высшим силам, которые ориентированы на добро. Добро объединяет, добро собирает, добро делает человека счастливым и здоровым. Злость — это критика, злость — это претензии, злость — это ненависть, злость — это ругательство. Вот эта злость, она повсеместна, она проросла.